Министр благоустройства региона Михаил Хайкин побывал с рабочим визитом в городском округе Воскресенск. С 18 мая в Подмосковье возобновилось бюджетное жилое и коммерческое строительство. В парке усадьбы Кривякина вновь действует техника. В целях безопасности работы ведутся в соответствии с определенным регламентом. Мы приехали проверить, как подрядчик готов к соблюдению необходимых всех процедур. У нас есть там серьезный достаточно регламент по использованию. Это использование средств индивидуальной защиты, это проверка сотрудников и рабочих на ковид, это измерение температуры регулярное. Есть ряд, в общем, требований, которые необходимо исполнить, чтобы стройка работала. Мы сегодня посмотрели, подрядчик готов. Напомним, что в 2017 году губернатор Подмосковья принял решение перевести парк из федеральной собственности в муниципальную и превратить излюбленное место Воскресенца в точку притяжения для всех жителей региона. К реставрации подошли концептуально, аутентичные стилистические решения органично переплетены с современностью. Восстановлены каскадные пруды, ведутся работы в пойменной части, внутреннее убранство парка преобразилось. Потрясающее место, безумной красоты, все, конечно, сделано идеально, интересно. Но это важно, потому что все разрабатывалось вместе с общественностью, с жителями, которые беспокоятся за город. И поэтому удалось, наверное, сделать качественную работу. Но все-таки самая важная оценка будет именно от жителей города и от гостей. Сейчас строительные работы выходят на финишную прямую, и по предварительным оценкам в конце июня Воскресенцы смогут оценить лично итоговый результат. Александр Иванов, новости из Кровект.